Александр Свиренский, кейс национального гуманитария хочет выбрать. Саша, выйди и объясни, почему. Быстренько. Тебе надо за полторы минуты. Коллеги, приветствую. Собственно, мне нечего обсуждать, объяснять, продавать вам. То есть мы пришли командой писать задачу репозитария. Репозитария, и, собственно, вот, если есть программисты на блокчейн, то приглашаем вас к нам присоединиться. Все. Вот график, понятно. А Кравчик Роман.